На послематчевой пресс-конференции присутствует главный тренер команды «Факел» Воронеж Павел Гусев. Пожалуйста, скажите краткий комментарий по прошедшему поединку. Ну, считаю, что итог матча абсолютно закономерен по тому, как складывалась сегодня игра. Мы играли практически всю игру с полным территориальным и игровым преимуществом. К сожалению, в первом тайме те моменты, которые создавались, не смогли реализовать. Ну а второй тайм сполна реализовали. Итак, второй тайм, конечно, команда. Ну и первый то же самое, но второй тайм очень солидно выглядел команда в плане контроля мяча, в плане исполнения, мышления, исполнения, в плане скоростных атак. И поэтому результат, считаю, абсолютно его закономерным. Пожалуйста, вопросы. Что в первом тайме не получалось у вашей команды? В первом тайме не получалась реализация тех моментов, которые были. Два момента Монтона Заболотного, момент у Турика, которые должны были реально заканчиваться в первом тайме еще взятия ворот команды соперника. Еще вопросы? Давление Рязани вас не смущает? Уверены в своих силах? У нас никто не давит, и мы играем, у нас свои задачи. У нас задача первое место и выход в ФНЛ. И мы пошагово ее решаем все. Хорошая конкуренция, две команды борются, это нормально для интриги, это нормальная ситуация. Но мы никого не боимся, мы решаем свои задачи. Я уверен в том, что задачу выхода в другую национальную лигу мы решим. Еще вопросы? Скажите пару слов о сопернике. Понравился вам сегодня футбольный клуб «Орел»? Ну, я скажу такую вещь, что в связи с теми событиями мы в курсе, что происходило в клубе и в команде. Конечно, с психологической точки зрения это, наверное, в какой-то степени давило на ребят, сама создавшаяся ситуация. Но я скажу, что честь и хвала команде «Орел», что они пытались достойно оказать сопротивление. Чувствуется, что не совсем плодотворно была проведена предсезонная подготовка в связи с известными всем событиями. Но ребята старались, и я благодарен команде «Орел» за то, что они старались на фоне, все-таки как бы там ни было, «Факел» для всех команд раздражитель, команда лидер, старались и не испортили футбольный праздник. Самое главное, что был футбол, и они пытались играть в футбол. Был футбол, не было хамства, не было грубости. Могли бы в этой ситуации и нервишки сдать, когда команда явно там переигрывает, да, и по счету, и по игре. Ну, я благодарен за это команде «Орел». На послематчевой пресс-конференции присутствует главный тренер команды «Орел» Валентина Крочкова. Пожалуйста. Полнейшая обязанность. Пожалуйста, краткий комментарий прошедшего поединка. Ну, краткий комментарий. Пытались построить игру от обороны, конечно, быстрыми выпадами, выбеганием, быструю атаку. К сожалению, не хватило нам разумности. Хотя старания ребят не отнять. Все молодцы, бились. Единственное, что развалились, конечно, после первого пропущенного гола. Но, наверное, физически подсели, потому что уровень готовности у них разный в связи с обстоятельствами, которые этому предшествовали. Уровень готовности ребят разный. Но ничего, руки опускать не собираемся. Будем биться, готовиться к следующей игре. Конечно, «Факел» уровень намного выше команды. Тем не менее, обязаны были дать бой. К сожалению, не получилось. Пожалуйста, вопросы. Наверное, прежде всего, сейчас команде нужно работать над физическим компонентом. Что будем делать в этом плане? Да, честно, команде надо над всеми компонентами у нас работать. Да и между играми по 6 дней будем подтягивать. Физически, технически, тактически будем работать. Уже суть есть мысли о том, что вы наставник футбольного клуба «Орел»? Честно, об этом даже не думаю. Просто стараюсь помочь, объяснить ребятам. Видите, наверное, плохо пока объясняю, пока не дошло сегодня в игре.
А ребята вам доверяют, как вы считаете? Ну, это, наверное, у них лучше спросить. Вопросы? Валентин, в последнее время должность главного тренера нашей команды такая расстрельная. У вас есть вообще желание оставаться на этом посту? Боязни нет попасть потом под шквал критики? Да нет, нет у меня никакой боязни. Я вам еще говорю, руки опускать не собираемся. Это только, наверное, первые шаги. То есть будем работать, если, конечно, будет такая возможность.